Казахстане станет проще регистрировать партии. Для политических объединений регистрационный порог снизится с 20 до 5 тысяч человек. Минимальная численность региональных представительств уменьшится в 3 раза. Почти на треть сократится минимальная численность инициативной группы для создания партии. Токаев также предложил ввести положение об обязательном выходе из партии Аманат председателей и членов ЦИК, Счетного комитета и Конституционного совета. Акимы регионов не будут возглавлять филиалы партии. Прекратить членство в партии на срок своих полномочий должен и глава государства. Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий. Президент поручил пересмотреть закон о средствах массовой информации. Он должен учитывать интересы государства, запросы общества и тенденции развития медиасферы. Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, в прессе необходимо освещать насущные проблемы, но при этом не забывать о гражданской ответственности, не работать по заказам извне и не участвовать в скрытой борьбе политических кланов за теневые гонорары. Журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром средства массовой информации называют четвертой властью. Именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью. Это я специально обращаюсь к нашей журналистской братии.